12 марта в нашей стране отметили 140-летие со дня образования уголовно-исполнительной системы России. Ее история началась в 1879 году с подписания императором Александром II указа о создании главного тюремного управления, положившего начало организации единой государственной системы исполнения наказаний. В честь праздника сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ленинскому району пригласили в администрацию. Уважаемые сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ленинскому району, мы сегодня пригласили вас для того, чтобы поздравить со значимой датой. Заместитель главы администрации муниципалитета Алексей Селезнев поблагодарил сотрудников ведомства за добросовестную работу, а также вручил особо отличившимся грамоты и памятные подарки. Почетной грамотой главы Ленинского муниципального района и ценным подарком награждаются капитан внутренней службы Орехов Дмитрий Юрьевич. В Ленинском филиале управления всего 4 сотрудника, но вместе с администрацией района они делают очень важное дело. Занимаются социализацией и трудоустройством лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы на предприятии муниципалитета. Эта работа непростая, я вам скажу. Мы понимаем, допустим, человек там отсидел 10-15 лет, его трудоустроить непросто. Но у нас в стране есть такая служба, вот этот филиал управления. И администрация района, конечно, оказывает помощь в виде налаживания связи с предприятиями, учреждениями, организациями района для того, чтобы трудоустроить таких людей. Также сотрудники филиала управления осуществляют исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, работают с людьми, которых приговорили к условному сроку, исправительным обязательным работам, домашнему аресту и делают все возможное, чтобы человек больше не вернулся к преступной деятельности.